Видео подготовлено сайтом онлайн-гдз.нет. Физика, 7 класс. Отвечаем на вопросы после параграфа 59. Второй вопрос. В чем состоит правило моментов? Правило моментов – это про рычаг. Рычаг находится в равновесии, говорится в этом правиле, под действием двух сил. Если момент силы, вращающий его по ходу часовой стрелки, равен моменту силы, вращающей его против хода часовой стрелки. О чем же идет речь в этом правиле? Давайте рассмотрим рычаг. Это твердое тело типа палка, имеющее точку опоры. И вот здесь вот действует одна сила F1, и она вращает рычаг против часовой стрелки. А вот здесь вот действует другая сила F2, и она вращает рычаг по часовой стрелке. Расстояние от оси вращения до линии действия силы называется плечо силы. Вот это плечо первой силы. А вот это расстояние от точки опоры до линии действия второй силы – это плечо второй силы L2. Правило моментов вот о чем. Момент – это произведение силы на плечо. Первая сила умножаем на первое плечо. Это момент первой силы. Вторая сила умножаем на второе плечо. Это момент второй силы. В правиле равновесия рычага, в правиле моментов говорится о том, что момент первой силы равен моменту второй силы. Момент первой силы М1 равен моменту второй силы М2. В том случае, если сила F1 вращает рычаг против хода часовой стрелки, F2 по ходу часовой стрелки. Рычаг находится в равновесии под действием двух сил. Если момент силы, вращающий его по ходу часовой стрелки, равен моменту силы, вращающей его против хода часовой стрелки. Если вы хотите знать ответы на другие вопросы, следите за новостями сайта онлайн-гдз.нет в социальных сетях, а также подписывайтесь на канал онлайн-гдз на YouTube.